мягкое, теплое покрывало, которое согреет вас в прохладные летние вечера. Только представьте, как здорово сидеть на террасе вашего загородного дома или распахнуть окно и балконную дверь и наслаждаться вечером, летним вечером, когда туман и сумерки уже спустились. Именно покрывало «Овечка» стало специальным предложением в рамках нашей недели «Черных пятниц» только на один час. Цена от 999 рублей, но сейчас мы поговорим об этом покрывале с нашим экспертом Юлией Колосовой. Да, и прежде всего обратим внимание на дизайн. Конечно же, бросается в глаза роскошный, знаменитый шотландский тартан. Именно клетка, украшенная шотландским кружевом, сегодня для вас от дизайнеров, от художников. Посмотрите, это сделает ваш интерьер солидным, стильным и современным. Мы не просто предлагаем вам сегодня уютный плед, а плед с двумя сторонами, с уникальной конструкцией полотна, которая, кстати, обеспечивает многофункциональное использование. Wellsoft будет защищать вашу мебель, ваше постельное белье. Вам будет приятно присесть на диван, укрытый мягкой, нежной ворсовой дышащей тканью. А вторая сторона у нас представлена эко-мехом с теплом овечьей шерсти. А это значит, вы будете использовать и для прогрева постели, и для того, чтобы укрыться как полноценным одеялом. И такая вещь будет служить вам долгое время, учитывая, что использованы современные материалы, которые легко постирать. Практичные хозяйки точно оценят. У нас есть три цвета – коричневый, серый, зеленый. И сейчас мы посмотрим все оттенки подробнее. У нас на кровати расстелен коричневый оттенок. Мне очень нравится классический интерьерный дизайн. Юль, какие еще цвета и оттенки ты подобрала для наших покупателей? Есть еще более яркий оттенок. Посмотрите, с изумрудными нотками. В заказе он будет называться зеленый. Вот он, красавчик. Посмотрите, здесь и серый, главный цвет года. И нотки малахита, и изумруда – это мой выбор. Я люблю прохладные тона, они очень освежают. Но мне очень понравился серый цвет, который у нас постелен на диване. Его тоже можно использовать не только для того, чтобы закрывать вашу кровать и защищать ее от различных повреждений или загрязнений. Вот серый, сейчас вы видите на диване, мне очень нравится, потому что он подошел бы идеально к моему интерьеру. Размеры у нас есть односпальный, полутораспальный, двуспальный и евро. Все четыре размера пока есть у нас в наличии. Выбирайте, какой подходит вам больше. Может быть, вы хотите застелить кресло кровать или раскладушку, или односпальную кроватку вашего ребенка. Но есть и большое покрывало для вашей спальной кровати в гостевой или, может быть, в вашей хозяйской спальне. Это специальное предложение только этого часа. Успевайте делать заказы от 999 рублей. Цена дополнительно снижена. Это абсолютный бестселлер наших эфиров – покрывало «Овечка». Юль, я уже отметил, что серый цвет мне очень по душе, потому что у меня очень много серых оттенков преобладают. Гардины, серая стена, серый диван. И еще у меня такие нежные деревянные оттенки – это пол и стены. Вот скажи, как правильно подбирать цвета и дизайн этих покрывал? Ну, я думаю, тебе лучше, конечно, взять зеленый оттенок, если ты будешь выбор делать среди трех цветов, потому что тебе нужно не успокаивать, а акцентировать твой спокойный минималистичный интерьер. Если это ваше решение, выбирайте зеленый. И если, наоборот, нужно интерьер сделать более спокойным, то деревянистые оттенки бежевого. Шотландский тартан – это выбор королевской британской семьи. Это всегда классика. Это всегда, знаешь, такой солидный интерьер. И мне очень нравится, что здесь у нас применяется не просто классическая клетка шотландка, а еще украшенная нежным шотландским кружевом. И именно это сочетание несет в дом не только респектабельность некую такую, подчеркивает ваш хороший вкус, но и хорошую энергетику. Энергетику такой радости, такой, знаете, вот, ну, когда все положительно, когда нет проблем, и когда клетка украшает интерьер, это всегда хороший вкус, это всегда гармония, это всегда положительная энергетика. Нежное кружево делает клетку менее брутальной, да, менее острой. Посмотрите, как здорово. Она в объеме получается и даже напоминает нам ловцов снов. Обратите внимание, то есть это амулет индийский, который сплетался из нитей и говорил нам о том, что сны будут вещами, сны будут спокойными при этом и будут предвещать нам беззаботную хорошую жизнь. Очень красиво. Кстати, вторая сторона тоже может быть дизайнерским элементом. Например, вы можете перевернуть, и даже вот давай мы это сделаем с тобой, вот такой стороной с овечкой, меховой, пушистой, теплой. И тогда у нас получится скандинавский акцент в интерьер. Чтобы цвета добавить, вот так отверните краешек, чтобы было видно, что это двустороннее решение. Вау, Юля, все, хочу себе королевский интерьер.
интерьер. Я обязательно сделаю так, чтобы у меня была шотландская клетка в интерьере. Кстати говоря, вы знаете, это большая проблема — найти плед, который подходит тебе именно по дизайну. Я, например, целый год под свой дизайн искал плед, и только сестра мне подарила на Новый год. Угу. Вот этот плед подойдет в любой интерьер, и можно его использовать еще и на подарок. От 999 рублей, представляете, это безопасная покупка. Можно менее чем за 1000 рублей получить такой двусторонний многофункциональный плед. Но давайте поговорим про эту конструкцию. Юля, как вообще пришло в голову дизайнерам создать двустороннюю конструкцию? Для чего это? Да, действительно, мы сделали такой интересный ход. Мы соединили сторону с велсофтом, то есть это трикотажное ворсовое полотно. Оно коротко стриженное, мягенькое, плотное, очень добротное, поэтому можете использовать и как элемент декора, и закрывать ваши кресла, диваны, то есть, конечно, как диван-дек, и даже постельное белье для защиты, да, от пыли, от повреждений и шерсти животных. Обработали специальным, видите, как велюр блестит, обработали специальным составом антипылевым, чтобы пыль не скапливалась, чтобы шерсть животных не налипала. В вашем доме всегда будет свежо и чисто с таким прекрасным пледом. А вторая сторона вообще самая любимая. Ее называют овечка. Девчонки все у нас здесь коллеги, поэтому по названию, да, мы так и сделали. Название, то есть одноименное, овечка. Действительно, когда вы прикасаетесь, при первом же прикосновении по телу разливается приятное сухое тепло. Это ваш комфорт. Вы можете использовать такой плед, как одеяло, спать под ним прямо всю ночь, все 8 часов. Он дышит, гипоаллергенен, безопасен. Классный материал, а главное, дарит то правильное сухое тепло, которое прогревает вам мышцы и суставы и разгоняет кровообращение, улучшая иммунитет. Нам сегодня это с вами очень важно. Укрывайтесь на террасах, на кресле качалки. Какие же, я уже представляю, будут приятные ваши летние вечера на даче. Возьмите на вооружение. Сегодня благодаря Черной пятнице есть прекрасная возможность обновить ваш интерьер, сделать его королевским, сделать шотландскую клетку ярким пятном в вашем интерьере. Но самое главное, еще позволить себе проводить летние прохладные вечера в комфорте. Укрывайтесь этим пледом, почувствуйте теплоту его второй стороны. Плед называется «Овечка». Сегодня он от 999 рублей. Кстати, этот плед можно использовать в качестве подарка вашим тетям, вашим мамам, и даже, наверное, можно и бабушкам. Конечно, подарить. Всем. Ну а самое главное, Анна Владимировна из Ставрополя говорит, что этот плед абсолютно под ним не холодно, воздух пропускает хорошо, очень приятно на ощупь. Чудесное, уютное покрывало, пишут наши покупатели. Юль, расскажи, пожалуйста, стороны здесь две. Одна цветная, другая белая. А мне мама всегда говорила, белое отдельно стираешь, цветное отдельно. Как ухаживать за этим пледом? Здесь мы кладем его в машинку, включаем 30-градусный режим работы машинки, и больше нам ничего не нужно. Сохнет плед быстро, сохраняет цвет и форму, а главное, ворсиночки не выдергиваются. Это плотное, качественное трикотажное плетение. И если вы практичная хозяйка, выбирайте. И еще, белый мех никогда не желтеет. Выбирайте качество. И самое главное, цена действует только сегодня, только сейчас. Успевайте, от 999 рублей со скидкой почти 60%. Ого!